Привет всем! С вами ваша Silva Butterfly, серебряная бабочка. Крашусь-мажусь. Сегодня я такая фиолетовая. И использую вот такой карандаш. Bird's Bee. Вино. По-моему. Mulberry. 1475 Mulberry. Ну, Mulberry тоже это вино. Фактически. Так. И что я делаю? А, знаете, что я сделаю сегодня? Я возьму, где у меня тут праймер был, вот он, и нанесу праймер на веки, чтобы держались тени, так говорят. Так. Что дальше? Дальше я вот что хочу сделать. Я использовала вот такой лак сегодня, Pantene Pro-V. Видите, какие кудри классные у меня. Но что я хочу сказать, что мне челка мешает, потому что она выросла. В общем, растет не по дням, а по часам. Я ее пока заколю вот так. А чтобы было видно все, как бы открыть шторки. И обведу карандаш. Карандашом, господи. Он почти незаметный, но с другой стороны, может быть, так и надо быть почти незаметной в жизни. Как вы считаете? Как этот, помните, у Салтыкова-Щедрина, по-моему, было «Премудрый пискарь». Он всю жизнь прожил в тишине покоя, как бы чего не вышло, да? Что-то я такое помню со школьной программы, которая была очень давно. Давно-недавно, но все, что закладывали нам наши учителя, у меня до сих пор в голове. А вот все, что закладывают сейчас вот современным людям в голову, они становятся такие, как сказать, агрессивные. Если, допустим, я со своей старой школы говорю, что так правильно писать, а кто-то говорит, нет, не, ты не права. Там на ЕГЭ сказали, что вот сейчас как это сказать, услышите и услышите, это неправильно. В общем, ладно. Только если такое дело, напишите мне статью, где конкретно, в какой книге это написано и какие примеры. Вот тогда я с вами соглашусь и скажу, да, я мне не права. А пока вы мне как бы голословно даете вот такой вот урок правописания, то есть это как бы ваше слово против моего. Короче, я завелась. Мне это вообще не надо, если честно. Вот так я сделаю. Более темный сюда. А, более светлый сюда. И что я дальше делаю? Пудра я уже намазалась. Вот такой вот. Немножко с блестинкой. А, кстати, это бронза-пудра. Ну, я, господи. Я нанесла ее на лицо, а теперь думаю... Использовать кисточку с этого наборчика или же использовать другую кисточку. Наборчик я хотела вот этот использовать сегодня, но смотрите, какая классная краска как раз под мою блузку. Так что сделаю вот так. Цвет просто кайф, да? Я обведу около ресниц вот это все дело. Так. Знаете, что я заметила? Что все-таки сейчас прогресс произошел в косметике, да?
Если раньше казалось, краситься суховатыми тенями – это нормально, сейчас уже как бы становится труднее. Потому что ты становишься избалованным, ты можешь купить какие-нибудь современные тени, которые такие немножко с мокрым эффектом и намного легче наносятся. Но с другой стороны, смотрите, какой классный цвет. Я уже перешла на подметалку кисточку, потому что спонжиком, я не знаю, я испорчу всю тень. Так. По-моему, я ее уже начинаю портить, потому что вот это, видите, засорилось. Все, теперь я себя буду ругать. Сейчас я ее буду депортировать оттуда, эту грязь. Вот так мне надо было, вот эта кисточка. Все это кисточка в жизни имеет очень большое значение. А когда-то, казалось, господи, спичкой накрасишься и все. Так. Вот другой табак сразу, смотрите. Так. Что-то прорисовывается. Такой цвет прям богатый, фиолетово-винный какой-то. Очень редкий. Прям вот эти два цвета. Просто кайф. Монако вот этот. Club Monaco. Цвет называется. Мате 1503. Никак он не называется, но сами знаете. Какой-нибудь винный. Вот такой вот. Если что, напишу в своем инфобоксе, который никто не читает, то он спрашивает, а как это называется? А в инфобокс залезть, это ничего себе. Одна. Опять я завелась, слушайте. Вот как заведусь, так заведусь. Теперь мне нужно сделать что-то вот так вот навеки. Я думаю. Тут я перебазировала эти хайлайтеры. Ладно. Придется мне хайлайтерами заняться сначала. Так что не могу дойти до истины. Верхних век. Вообще говорят, хайлайтеры хорошо везде. Так вот, на тело. Давайте я его буду изводить прям. Вот сюда. Не знаю. Как говорится, тело в дело. Давай, Дуся, ты агрегат. Так, и теперь я сделаю. Во-первых, так вот. А во-вторых, возьму такое количество и сделаю почти до бровей. И здесь вот так. Это у меня Парис Хилтон, по-моему, называется. Джессика Симпсон называется вообще-то. Ну, Парис Хилтон с Джессика Симпсон почти не отличается. Как бы так. Для некоторых. Камера съезжает, походу. Ой. А мне кажется, хайлайтер я передозировала. И что у нас с карандашами? Я вот думаю. Обведи вот этот карандаш губы, потому что мне просят обводкой заниматься губ. Я вот сейчас попробую. Ёшкин свет.
Так. Вот обвела. И что дальше-то будет? О, у меня еще, кстати, был эксперимент, но я, наверное, пропустила момент. Вот эти румяна, да, сделать вот так вот, как губы. А что, неплохо? И все вот это вот так вот растушевать. Так. И тушь быстренько накрасить. Подождите. Ой. Что-то у меня сегодня вообще все валится из рук. И самое главное, что у меня опять нос чешется. Так. По-хорошему можно было еще и подводку сделать. Как-то вот так. И, кстати, я забыла покрасить свои брови. Ой, ну у меня так чешется нос, что я давайте это сделаю в другом репортаже, а на этом я заканчиваю свой репортаж и приступаю прямо сейчас к следующему. Пока-пока, я полетела.